Последние полгода выдались у местных артистов продуктивными. 6 квартирников, ночь театра и спектакль «Чистое золото». Подвести итоги творческого сезона решили новым форматом, а необычное название для отчетного выступления выбрали не случайно. Однажды у нас на квартирнике джазовом был номер, и мне нужно было сказать, а сейчас будет кульминация нашего номера, но я забыла слова, я такая: кульминация, кульминация. И потом эта шутка пошла по театру, все над мной очень смеялись, постоянно напоминали. И потом я просто ехала в машине и поняла, что решение лежит на поверхности, что уже давно название придумано, еще когда-то в марте. Решив в январе возродить советскую традицию квартирников, своеобразный домашний концерт, артисты были приятно удивлены откликом зрителей. Живая музыка в сочетании с театрализованным представлением полюбилась нефтеюганцам. Появились преданные зрители, а билеты раскупали в первые дни продажи. Новое что-то, видение какое-то появилось в городе. То есть атмосфера такая располагающая, более нежели чем в зрительном зале просто сидишь, когда здесь можно покушать, приятно посмотреть, провести время. Ну и с каждым квартирником становится как-то интереснее, лучше. Финальную программу вошли 20 самых ярких номеров с последних выступлений, чтобы даже впервые пришедший зритель не остался равнодушным. Ну как без театра? Это культурное наше развитие, это наше духовное развитие. На квартирнике мы впервые, но в этом театре мы ходим регулярно, причем всей семьей, и с нашей дочерью мы ходим на детские спектакли, и с мужем ходим уже на взрослые представления. Но на квартирник попали в первый раз, муж увидел объявление и предложил сходить. Помимо живой музыки разных жанров, актеры рассказали, чего достигли за последние полгода, и поделились курьезными случаями закулисья. «При ночи не спала, я пересмотрела эту оперу вдоль и поперек. Он говорит: это не то, у тебя нет в глазах холода, ты слишком нормальная». Артисты берут паузу от сцены, но при этом продолжают репетиции. Сейчас они вовсю трудятся над следующим квартирником. При этом уже готов премьерный спектакль, который состоится в октябре. Алина Морозова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».